Открытый чемпионат по мини-футболу прошел в Макеевке. Соревнования проводят уже 12 лет. Лучших определяли из 39 команд. Сильнее всех оказались местные футболисты из команды «Кремень». В финале макеевчане переиграли донецкий «Арсенал». Призерам вручили кубки, дипломы и медали. Отдельной наградой отметили бомбардира. Ему досталась статуэтка футболиста. Чемпионат прошел при поддержке макеевской организации «Партии регионов». С каждым годом все больше и больше молодежи подходит, с каждым годом все больше и больше людей интересуются таким видом спорта, как мини-футбол и вообще взагалі футбол. Вот, поэтому я думаю, правильным путем идем. Когда игра, есть какой-то результат. Но результат один, что эти люди живут футболом, что сегодня это болельщики, вот я смотрю, собираются, и молодежь, и взрослые. Это тоже уже радость для них.